Оплата коммунальных услуг – самая затратная статья расходов у волгоградцев за период с января по август нынешнего года. Об этом журналистам телеканала «Волгоград-1» сообщили в пресс-службе «Волгоградстата». 22% от всех расходов жителей региона приходится на оплату коммуналки, 14,9% – транспортные издержки. Замыкая тройку лидеров в этом списке – бытовые услуги – 13,8%. К слову, среди бытовых услуг – больше всего денег у волгоградцев уходит на техническое обслуживание и ремонт автомобилей и оборудования, ремонт жилья, косметические процедуры.